Круг вопросов, с которыми люди приходят в общественную приемную, разнообразен. Ильзия Гениатульна специально приехала на прием к спикеру из Сорочинска. Она мать троих детей, работает только муж. Уже несколько лет ее семья живет без газа и каждые полгода вынуждена покупать по 3,5 тонны угля и дров. Женщина обошла все инстанции, но ответы на ее просьбы оказались предсказуемыми. Все это должно решаться в местном уровне. Но в бюджете денег нет. В проблеме семьи Гениатульных обещали разобраться и помочь с доработкой проекта газификации, чтобы не оставлять семью один на один с морозами. Не нашел понимания местных властей и Вячеслав Феоктистов из Александровского района. Сирота детства, семьей и ребенком. Он никак не может получить положенное ему законом жилье. Парень встал в очередь, но заветных квадратных метров так и не дождался. На все заявления и просьбы он постоянно слышит отговорки. Типа ты еще вуз не окончил и вообще очередь на жилье длинная. К проблеме Вячеслава Сергей Грачев безучастным тоже не остался. Давай я разбираюсь. И тебе ответ дам. Разницы никакой нет. 23 года до 23 лет обязан обеспечить, если стоишь на учете, все как положено. Сегодня на прием к депутату пришло 10 оренбуржцев, и все они нашли поддержку своим просьбам и жалобам. Впрочем, к первым лицам области обращаются, как правило, тогда, когда отчаиваются найти правду на местах среди тех чиновников, которым по закону положено слушать и слышать людей. Александр Трубецкой, Игорь Бероев, Новости дня.